Но всех этих убийц, насильников, разбойников и растлителей на фронте будет ждать горячий прием. Украинцы, более 8 месяцев поголовно терпящие финансовые проблемы, в связи с агрессией армии РФ взяли вот так просто и собрали 236 миллионов гривен. Причем всего за 1,5 дня и даже превысили ожидания волонтеров. Итог. Прикупят сразу 60 крутейших бронетранспортеров «Спартан». Любая распутица их гусеницам не страшна. Поэтому украинские солдаты смогут наведаться в гости к оккупантам в любое время. Причем на скорости около 100 км в час. Да еще и приправить это все щедрым пулеметным огнем. Вот оно, настоящее народное единство. И такие подвиги украинцы совершают каждый день, не дожидаясь всяких там выдуманных праздников. Украина, мы тебе обещаем.